Раннее утро, 20 мая 2019 года. В тазике купаюсь рано, солнышко взошло, а то у меня голуби тут слетели. Дерутся, как кому первому лезть. Да, с голубями дело другое. Вот кошки у меня тут накормилась. Она пошла, потягивается. 5 кошек на улице тут прикормил. И белая, и какое-то персидское или какая. Такое вот небо с облаками. Все. Чтобы не спугнуть, я не вылажу. Моется. Это день, значит, хороший будет. Сейчас их напугает. Пошел какой-то перс. Идет прямо к ним. Крадется. Все улетели. Ничего нет. Тут кошки гоняют. Смотрят на них. Хвост как у лисы, еще это неизвестно, кот такой красивый. Смотрит, как вот кому что надо, а ему что надо добраться. Ну что надо, одному то надо, другому другое. Тазик кому принадлежать будет, вот он, тазик кому. Кому участок в этом будет, в сквере, принадлежать. Храму ненужному, которых и так полно. Или люди будут отдыхать там. Вот так и здесь, везде надвое, два претензии. Все. Дикарь прилетел там. Это мой дикарь. Я здесь его приручил. Он у меня в комнате одну зиму жил. Все, над ним летят, еще не может понять. Тоже неудача. На две стороны теперь. На какую сторону нападать? А отказаться от этой идеи не может. Бьется за свой участок на этой земле. Иди на землю в другом месте. Лови мышей. Нет, тут надо у меня здесь быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 21 голубь тут вылетели. Но у меня тут немного. Раньше у меня тут по 70 было, но тут много зерна уходит. Вот это сегодня я показал. Пожалуйста, вот тут свой у нас Екатеринбург. Каждый день. А вот этот вот с пятнышком с правой стороны, это голубенок, который семечки у меня из уха клевал. Вырос у меня здесь. А теперь такой боевущий вырос. Вот когда у меня коршуненок был в лагере, я же думал, должен на будущее моего жизни. И крыс. Ловил крыс и ему кормил. И однажды голову положил не ободранную, отрезал рядом. А он кричит, я ему помаленьку мясо отрезаю. Он голову схватил. Крысиная голова, не мышиная. Тут же проглотил, два раза шелохнул. Вот и голову подлетает, где он. Но я тогда голову брал, отрезал и в траве тащил, чтобы он учился ловить. Потому что в природе как он будет жить, когда я его отпущу осенью-то. То есть я приспосабливал к этому. Вот у меня сидел со мной директор рыбокомбината.
Ну и он все рассказывал, как они живут. Ну, живут шикарно, конечно. И главное, с директором Корчинского совхоза у обоих еще и наложницы. И у того Татьяна, и у этого Татьяна. Но директор этот ей говорит, вот я сегодня есть, а завтра нет. Что, какая у тебя специальность? Никакой нету. Ну, то, что мы с тобой любуемся тут, у того жена есть, у другого. Оба коммунисты. И у обоих Тани Мани. То есть и женщина, и деньги. Ох, как почти что схватил. А они дальше отходят, не очень-то. И он говорит, давай-ка Татьяна учиться. Он ее там, где надо, что продвинул, сдала экзамены, получила хорошую специальность. А другой эгоист ничего не сделал для своей Тани. Только себе мани. Вот так. Даже в этом вопросе, даже одно и то же дело, даже в одном месте живут, и даже это и то по-разному. Ты пользовался этим предметом или чем-то? Ну все, у нас были такие люди, которые вот она вылазит оттуда. И теперь делается в райдущий мой хлеб поняла меня пету. Ну что, пришла. Да какая она хорошая кошечка. Никогда черных не было. А вторая, второй это кот самый. А где третья? Третья. А, нет, и третья. Вот оставил им тут, наложил, все едят. Пойду домой. Тот кот не поймал. Недавно одну поймали и съели голубя. А вон они у меня. Переместились. Ну а кот по своим делам пошел кошачьим. Ну, а тут щурки ждут осенних работников, кто придет. Готовимся сейчас 2 июня, Потеряевки день. Открытых дверей желаем сделать. Кто желал в Потеряевке быть, не разрешали. На этот день разрешим. На меня выйдите. Ну, здесь же по скайпу. Вот это Гликерия, велосипед принесли, тут поставили. И я вам тут дам ответ, какой есть. Лежу, у меня эти голуби куда-то улетели. Ну-ка, я возьму, вот они опять к этому идут. Идите, идите к тазику. Тот кот-то ушел. Ну, я стою тоже, как бы мешаю им. Лишних резких движений не делать. Уже на тазик залетели. А эти ко мне идут прикормленные. Ничего я давать вам не буду сейчас. О, услыхали мой голос, и все сюда идут. Вот они рядом прямо со мной. Пожалуйста. Какая красота у нас здесь, это не выскажешь. Это вот юрга, кажется, куст растет. Это детские 4 качели, а тут ель. Прекрасная, богатая. Притом я ничего тут не садил, а там мне все досталось. Юрга, может быть, только березы. Вот это тоже смотрит. Маленькая кошонка. Куда смотрит? А вот где скопление. Все, ничего нету. Зашла посмотреть. Пустой тазик. Вот считай, сколько тут голубей утром вылезло. И здесь вплотную почти подходит, и здесь сидит этот котик, красавец. Ну все тогда. А, тот вон он, который гонял их. Ушел, отдыхает. Это не наши кошки все эти. Я их кормлю. Здесь варю. Рыбы добавляю им тут. Молоко. Видишь, какие хорошенькие. Все, однако, до свидания.